Ребята, они просто были у нас на съемках «Дом 2 за кадром». Есть такая рубрика, по субботам проходит, когда мы разбираем какие-то истории, не связанные с участниками проекта, которые случаются вне. Мартинчик, правда, ушел, уже вернулся. В понедельник увидите приход. К Бухенбалту есть приходы? Нет. Ты же ушла. Нет. Почему Балтер не взяли на проект? Потому что она нам не подходит. Старуха. Ну да, точно. Старуха в 36. Что ж людям делать, когда им по 60? Просто интересно. Рахмонов нет, не вернется на проект. Ребят, и Мартинчика бы не вернули. Просто мне очень хотелось упросить ведущих дать второй шанс и попробовать эти отношения. Они не получились. Крис с Глебом. Да, они с Глебом. У них по-разному протекает, но нравятся друг другу. Так. Настя с Глебом. Ты простила Мартинчика, да, и после этого столько всего произошло, что вы офигеете. Ты самая честная, да? Нет, эта честность мне как-то боком выходит. Почему Оля Бузова не стала вести Дом 2? Честно, не знаю, нам она не звонила, не отчитывалась. Вы можете у Оли спросить. А Женя скрыс, да, у ребят все хорошо. Кто еще из старых участников будет участником? Пока никто. Лиля с кем? Лиля одна. Пензель ведущие? Да, ведущие. Что сделал Мартинчик? В предыдущем эфире, когда вот пока он звук не обнулился, рассказала. Короче, не получается у нас вот так. Интересно будет ваше мнение, скажете, через неделю. Опухло. Ребят, я просто целый день ною. Меня, наверное, можно понять. Если у меня голос осипший, я зареванная. Как-то так. Завтра еще можно голосовать? Да, можно, ребят. Леша с Аней каждую неделю расставались. Может, у вас с Мартини тот же формат? Не, ребят, там у тех расставания по вопросу недоверия. У меня в моем случае это другая история. Ира Пингвинова на проект не планирует. Почему Лиля с Глебом расстались? Ох, это еще веселее история. Пусть лучше Глеб расскажет это. Смотрите в эфирах. В ближайшие дни все увидите. Есть вероятность, что Бузова вернется. Ребята, без понятия. Думаете, она мне отчитывается? Что с Лазаревым? А что с Лазаревым? На проекте жив-здоров. Достойная пара с первого дня. Да, поэтому они и ведущие у нас. Как тебе Дава? Положительно отношусь к его новому статусу ведущего Дома 2. Ты умничка, что попробовала с Артем. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть всю жизнь. Я согласна. Что у Бородиной? Честно, не знаю. Приезжай в Орел. Кстати, да, может, приеду скоро. Прошу прощения, упустил момент про Мартинчика. Сильно обидел. Да, в эфирах через неделю видите, офигеете. Да жульфу! Не плачу. Вы будете вместе, у вас будет мальчик. У кого будет мальчик? И кто с кем будет вместе? Не поняла. Ой, там кто-то ловится. Ща, погодите. Да фу. О, блядь, я думал, это соседи. Нет, нет, это не соседи.
приветики. Как вы думаете, они подходят? Да фу, сказала. Телефон до сих пор не включен. Да ладно. Так откройте, посмотрите. Нету. Я смотрела, ходила, свой забирала и не было телефона. Нет. Блядь. Так это плохо. Сходи, реально, посмотрите. А что вы здесь сидите? Ходишь? Прячетесь? Не, не очень настроение. Ты знаешь, что, блядь, сделал Мартинчик, блядь, конченый пидор, блядь? В смысле, блядь? Зачем ты тебе говоришь? Чё, чё? Моя подруга, блядь. Захарова за ручкой погуляет. Ну не за ручкой. В смысле не за ручкой? Да она его под ручку взяла, блядь. Ой, дайте мне, нахер он Захарова упал. Вот так за ручку. Нахер он Захарова упал в одно место. Да нет, блядь, это просто, мне кажется, просто шоу, и Захарова сама. Бля, черт бы с вашим Мартинчиком, честно. Ломятся тут. Короче, там Крис с Галибасом. Ну, в общем. Так, простите, что отвлеклась. Продолжаем. Так. Из-за чего ты ноешь? Да, постараюсь не мыть. Ой, не ныть больше. В эфире «Грустные глаза» у Артема. Так он автор этого всего. Саша с Машей вместе. Да, у ребят все хорошо. Зачем вернулась на проект? Говорила, что не собираюсь возвращаться. Это было спонтанное решение. Мне хотелось отвлечься от своего бывшего. Вот, отвлеклась, короче. Ответ насчет Саймона. А что насчет Саймона? Зачем ты лезешь к Жемчугу в отношении? Я... Вообще к нему не лезу, вы о чем? Сколько теперь ведущих? Ведущих на проекте 7. Бузова, ой, господи, Орлова, Бородина, Черкасов, Кадони, Дава и Пынзырь, Даша и Сережа. Это на проекте, это жесть. Есть такое, сама так начинаю думать. Привет из Казахстана. Привет. Не будете общаться с Мартинчиком? Нет, ребят, смысла в этом точно нет. Будешь дальше на проекте, все узнаете в ближайшие дни. Я обязательно вам скажу. Вчера все хорошо же было. Вчера, да, а сегодня... Да, короче, заселились, вернули Мартинчика в понедельник. Сейчас вам расскажу историю в двух словах. Во вторник, в среду мы заселились. Заколебал он бухать все эти дни. Я попросила, можно как-то ограничиться в алкоголе. Вчера увидел, что он снова пьет. Решили с Кристинкой Лисковец сделать им проверку. И в результате этой проверки, в общем, вы увидите в эфире, какая именно проверка. Мартинчик сегодня сказал, что у него ко мне нет тяги. Вот, и он бухал, уговаривая себя, что я ему нравлюсь, заниматься со мной сексом. Вот так это выглядит. Поэтому, ну, он, конечно, не так сказал, но мысль вы поймете именно так. Поэтому, конечно, мы расстались. Ну, смысл мне удерживать человека силы, что за бред? Мартинчик и Надя Ермакова поженятся, у вас будет мальчик. Ага, не придумывайте. Кто будет ведущим на Сейшелах? На Сейшелы не требуется ведущий. Не комплексуй по поводу возраста. Не комплексуй, ребят. Я считаю, что на свой возраст я офигенно выгляжу, и возраст здесь ни при чем. Все хорошо. Не стремно тебе там находиться, портишь репутацию. Вот. С этим я согласна. Я, честно, вообще хотела после сегодняшнего лобного уйти с проекта. Прям просто проныла весь вечер, весь день. Потом поняла, что у меня почти готов номер. У меня написана песня, написала песню. Завтра должна быть презентация номера и песни. Фу. Ну, короче, не знаю, где найти силы, честно, чтобы заставить себя выступить. Не могу понять, вот как себя взять и собрать. Он просто через тебя вернулся, и все. Ну, у меня так многие говорят, что так и выглядит со стороны. Сколько длится Дом 2? Этот сезон непонятно.
Не собираешься уходить? Все узнаете, ребят, в ближайшее время. Ты забывшего плачешь кредит? Да, так получилось. Он меня обманул и повесил на меня 250 тысяч. У Ксюши что, не знаю, ребят, не спрашивайте. Сейчас вот у меня спросили, мне самой стало интересно. Зачем так много ведущих? Вопрос не ко мне, а к каналу. Не уходи, ребят, все узнаете. Ты грудь делала себе? Да, конечно. Грудь и нос делала. Участники с Украины есть возможность, если они имеют возможность пересечь границу. Сложно привести сейчас участников из Украины. Сразу было видно, что у него к тебе не зажглось. Неужели ты этого не поняла? Я, честно, не понимала. Мартинчик так сказал. Прикиньте. Мартинчик влюблён в Машу. Не знаю, ребят. Это вопрос к Мартинчику. Не ходит с Кобозовым? Нет. Где звук? Зачем вернули Мартинчика? Потому что я упрашивала. Потому что плакала несколько дней в кабинете у ведущих, умоляя дать шанс. Но как бы зря, видимо. Не думаю, что Мартин ведет себя так из-за прошлой жизни. Обида на маму. Да, мне так мама моя говорит, что проблема в том, что он всем девушкам мстит за мать. Не знаю, мне отчасти, может быть, согласна. Старичков пока никто не планируем, чтобы приходил. Меня бесит слово Мартинчик. Так это фамилия его. Ты что с этим сделать? Носик больно делать? Нет, не больно. У меня был классный врач. Знаете, а вот теперь понятно все. Он, конечно, сказал правду, нет у него к тебе ничего. Ну, мне всегда казалось, что у мужчины, если нет тяги, то и не работает ничего. В плане здоровья у него все в порядке было, но сказал, как сказал уже, черт с ним. У вас с Мартинчиком будет свадьба в июне. Господи, Вета, Гриша, ты кто вообще? Странный человек, который... Угомоните вашу фантазию, честно. Завтра будет твой день. Завтра мое выступление. Честно, я с мыслями пока засыпаю, чтобы отказаться от этого всего. Не участвовать уже в финале. Все равно не поддержит смысл. Я участвовала в конкурсе «Сейшельские каникулы». Потому что мне безумно хотелось кайфануть и побыть счастливой, и полететь на Сейшелы, чтобы просто насладиться. Но мне даже лететь не с кем, честно. Как думаешь, кого выберут участники завтра? Мне кажется, Моргенштерна. Саша с Машей, Саша с Машей. К Ромашу приходы есть? Нету. Ну и смысла нет. Так. Рапунцель и Семен, да, ребята ушли. С почты все знали, кого потеряли. Ну, с этой точки зрения, да, когда номер готов... Просто для себя выступить, может быть. Не знаю, честно. Но просто я чувствую себя каким-то нытиком-извращенцем, который просто ноет целый день.
У участников есть зарплата на проекте? Есть. Привет из Крыма. Крыму тоже привет. Я тоже Ермакова. Прикольно. Мартинчик прямой эфир ведет. Наверное. Хватит ныть. Да блин, любому человеку будет неприятно услышать такое. Мне кажется, любой бы здесь ныл. Ты с Мартинчиком? Нет. Раз Лазарева Мартине привели ради тебя, значит, надо гнать с проекта. Приведи двух новеньких на их место. Проще самой уйти и пусть строят здесь отношения. У тебя есть своя квартира? Есть. Мартинчику нужно поставить на место. А что бы вы сделали вот на моем месте, скажите? Вот вы знаете всю эту историю теперь. Как бы вы на моем месте отреагировали? Кристина пока еще не улетела в Италию. Приезжай в Одессу. Очень хочется, честно. Вам дарят вещи? Откуда столько вещей? Нет, нам не дарят вещи. Мартинчик гонит, зато ты в сюжетах. Серьезно, ребята? Мне кажется, я и до него, и во время, и после него всегда могу жить интересно. Вопрос не в этом. Когда уйдешь из дома? Очень скоро, все узнаете. Многие, кто зашли в эфир и просят повторить историю, пересмотрите этот эфир сначала, и вам будет все понятно. Я за тебя буду голосовать. Спасибо. Директ посмотрю после прямого эфира. Обещаю. С Украины насчет можно голосовать или нет, не знаю, честно. У Артема есть к тебе чувства. Ой, не придумывайте. Нет, у него есть чувства только к себе. Когда к тебе придут? Никогда. Я не вижу смысла сейчас обманывать парней и устраивать себе приходы. Может ли быть такое, что вас смонтируют спецом так, чтобы не в вашу пользу? Нет, все, что происходит в жизни, так вам и показывают. Хотелось бы видеть, а на Сейшелах ты больше всего этого достойна. Ребята, с кем мне лететь на Сейшелах? Вот реально, я единственный финалист, у которого ничего не понятно, что если... Ну, конечно, я не выиграю, но мало ли, если там веду... Ой, если зрители или участники за меня проголосуют, там мне даже лететь не с кем. Замути с кем-нибудь Мартина на зло. Я так не люблю, честно, ребята. Я никогда клин клином не вышиваю, назло что-то не делаю. Я начинаю общаться с парнями только потому, что мне кто-то очень сильно нравится, а не назло. Привет из Бельгии. Питер, привет. Глеб слили? Нет, Глеб не слили. Вам нужно проработать старую обиду на отца или мужчину. Да, господи, нет у меня никаких обид, ребят. Я открыта к общению, всегда легко иду на контакт с парнями, если мне человек нравится. У меня нет обид. Сколько пар должно победить? Ребят, одного человека выберет зритель, и пока в голосовании лидирует Женя Ромашов. С большим отрывом.
Одного человека выберут участники завтра. Мы у нас съемки в 6 вечера. А в итоге каждый из победителей возьмет по половинке, и того летят 4 человека. Две пары летит. Алена, ребят, не вернется, на то есть причина. Передашь привет или нет? Наташ, передаю привет. А с Лазарем что у тебя? Ничего. У Влада Кадуни есть девушка? Да не знаю, ребят. Он не отчитывается у меня личной жизни. Как думаешь, какая пара поженится первыми? Ох. Какая пара. Хотелось бы, чтобы Ромашов с Кристинкой. Но боюсь, что, мне кажется, не раньше, чем через год будет. Первыми поженятся, наверное, Алена и Семин. Есть какое-то максимальное число участников на проекте? Да, 25 человек. Почему Алена ушла? Посчитала, что за периметром заработает гораздо больше и здесь больше теряет, чем по финансам, чем приобретает. Вы смотрите свои эфиры? Редко, кстати. Почему ты говоришь, что Саша худший парень в твоей жизни? Ну, объективно, человек бухал, изменял мне с трансами, изменял мне не единожды, такой жести, что у меня было с Габозом, у меня больше не было ни с кем. Ну, как бы, я не могу сказать, что худший, но то отношение, которое было, это недостойное отношение мужчины. А, плюс руки распускал. Почему я должна считать его каким-то положительным? Ничего положительного особо не было в моих с ним отношениях. Мой характер похож на твой, поэтому я забила на мужиков и родила для себя и счастлива. А кто вот этот путь выбирает, я просто себе так не хочу. Что общего у Моргина с Алишером? Они двоюродные братья, у них мамы, сестры. Глеб не собирается уходить с проекта? Нет, не собирается. Лететь с Жулем? Не, Жуль, боюсь, нет. С мамой своей. Нет, там нужно именно половинки, ну, противоположный пол. Почему мы помним только плохое? Это к чему вопрос? Мадан и Крис помирились? Вроде да. Полететь с подругой, там этот вариант не предлагается. Одно лететь нельзя по условиям конкурса. С Лисковец слетать. Я бы слетал с подругой, но тоже нельзя по условиям конкурса. Балтер пролетел с проектом. Господи, а Балтер не звал никто, ребят. Она просто пиарится. Ольгу Васильевну не приглашаем, не переживайте. Каково это со своими бывшими быть на проекте? Тяжеловато, честно. Устала слушать эти подколы постоянно. Какие процедуры делаешь у косметолога? Лоб подкалываю ботоксом. Брянск играет? Нет, не играет. У Крис Жени все хорошо. Да, в общем, боится вести передачу. Не смело ведет. Ребят, ну все ведущие начинали не смело, и дайте время освоиться человеку. Андрюху надо к вам. Ага, спасибо тебе. Не-не-не, не надо нам таких Андрюх сюда. Мне его хватило в своей жизни. Пусть сначала кредит выплатит.
Бывший как-то объяснялся по поводу кредита. Никак. Говорит, что не работает и нет денег. Ерунду несет, я не верю ему. Это похоже на вопрос на афериста. Приведите настоящего мужика, чтобы утереть всем нос. Ну, ребят, не хочется приводить мужика, когда у тебя внутреннего нет настроя. Зачем обманывать человека, использовать как проходную, ну, просто как таблетку? С какой песней будешь выступать? Со своей написала песню. Очень хотелось отвлечься тогда, как раз после первого ухода Мартинчика. И написалась песня за одну ночь. Ты крутая, будь искренне. Спасибо. Глебу Мамыгину пришла Кристина Лисковец, ребят. Сколько зарабатывают новички? Спросите у них. Пригласите на проект Олега Майами. Ну, если Олег Майами захочет прийти на проект, он может написать, конечно. Рапа беременна? Нет. Как родители Глеба относятся к Кристине? Очень положительно. Почему ушел Карен? Уступил место Мартинчику. Ты жалеешь, что была с Мартинчиком после таких заявлений? Конечно, потому что, ну, тут любой пожалеет. Правда ли, что Борина разводится с мужем? Честно, не знаю, ребят, без понятия. Привет из Швейцарии. Нифига себе, какая география. Тоже большой привет. Глеб и Настя, да, помирились. Лесковец крутая. Согласна, мы с ней в жизни очень классно дружим. Тебе надо просто перестать выбирать симпатичных, тогда все сложится. Серьезно, Мячок? Квазимод надо выбирать? Что за бред? Ты была замуж, хочешь еще чего? Привет из Италии. Италии, привет. Моя мечта — побывать в Венеции. Прям мечта детства. С 15 лет об этом мечтаю. Почему почти никогда не разрешают выезжать за периметр? Потому что ресницы, маникюр и педикюр у нас идут в салоне на проекте. Ремонт доделали, да. Скажите, да, что помирился с Бузовой. Да, ребят, сами разберутся. Это очень искренне. Спасибо. Ладно, ребят, будем прощаться. Мне вставать в 7 утра. Завтра повезу Жулика к маме. Вот, поэтому... Не знаю, как настроиться. Попробую настроиться. Какой у тебя рост? 175 у меня рост, ребят. Была замужем? Нет, не была замужем. Корону не одеваю. У меня нет короны. Я абсолютно лояльный и легкий человек. Без короны точно. Салон на проекте бесплатный? Конечно, бесплатный. Съемки там будут на Сейшелах? Когда полетим, неизвестно пока. Значит, не твое время. Наверное. Ладно, ребят, всем спокойной ночи. Будем прощаться. Всем пока.